Когда путешествие настолько вдохновляет, что эмоции хочется запечатлеть и еще долго их смаковать. Выставка Глеба Жукова под названием «Мой Париж» рассказывает о столице Франции, а точнее о ее самых уютных и живописных уголках. Если вы посмотрите, вы, наверное, не сразу узнаете Париж, узнаете название, которое вы здесь увидите, но не сразу определите, какой это город, потому что для людей, которые в Париже, допустим, не бывали, а скорее слышали о нем, да, это Эйфелева башня, это какие-то архитектурные сооружения, а здесь такой зеленый Париж, Париж парков и садов. Глеб Жуков был в Париже трижды. В 2018-м он поехал туда, чтобы написать «Осень». Многие работы на выставке именно из этой серии. Почти все написаны с натуры за один сеанс – 2-3 часа. Этого времени Глебу достаточно для того, чтобы языком красок сказать то, что хочется. «Вымучивать ничего не стоит», – считает художник. «Куда лучше незначительная незавершенность и недосказанность». Тоже буйство красок, как у нас, желтые, красные, но там другая совсем осень, это все равно зелень, вплоть до ноября, и получилось такое все равно больше летнее настроение, а не осеннее на моих работах. Живое дыхание парижских парков и садов в каждом мазке. И очень много света, воздуха и солнца, а еще любви к природе и умение подмечать почти неуловимое. Я живу сам в Плёсе, и Плёс – это тоже бескрайнее поле для творчества, сколько художников и молодых, и уже таких уже именитых приезжает ежегодно. И я сам тоже не устаю любоваться Плёсом. Может быть, поэтому в большинстве работ парижских здесь можно увидеть именно сады, природу, нежели архитектуру, потому что все-таки Плёс – это тоже зеленый город, и меня как-то больше тяготит именно к природе. Выставка Глеба Жукова открылась в новой галерее художественного музея. Увидеть Париж и обмереть от восторга можно будет до 10 апреля. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.